Но мне понравился ответ восточного мужчины. Он говорит, понимаете, вы женитесь на тех, кого любите, а мы, говорит, учимся любить тех, на ком женились. Вот когда мы в любви являемся потребителем, то когда вот эта вспышка влюбленности проходит, мы наелись, насмотрелись, новизна утратилась, и как-то вот и все пришло, собственно. А вот когда ты учишься любить, то с годами это все сильнее, 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 потому что любовь и влюбленность немножечко отличаются. И я понял, что полюбить можно любого человека, единственное, почему мы не любим других людей, из-за того, что нам лень душой живет. А полюбить можно любого человека. Ну, это я так считаю. То есть, вот есть выражение, найти в мире свою половинку, по сути, это надумано литературой чем-то еще. То есть... Нет, это по-женски. Это по-женски. Они положены искать свою вторую половинку. Вот. Положено. Это рядом человек, даже ты можешь его полюбить так же, как. Полюбить, да. Не обязательно с ним жить, не обязательно с ним семью создавать. А любить желательно научиться всем. И сразу так про дружбу. Да, да. Мне понравилась фраза Лазарева, что такое дружба. Дружба — это любовь без секса. Не, ну любить-то можно, конечно, и всех, но... Вот я тебя люблю. Очень люблю. Но жить-то не сам. Жить нет, не надо. Это я знаю. Я тоже из 33. Нет, я просто о том, что любить-то действительно можно всех, но не с каждым охотой создавать семью. Так это и не обязательно. Ну нет, я просто... Ну это уже... Это просто разная любовь, и все. Я как раз про это и сказал. Тут такая схема получается. Можно любить человека и не жить с ним. Можно жить с человеком и не любить. Можно любить и жить. Можно не жить и не любить. Вот. Это самое лучшее. А можно тогда возникший вопрос? Вот было сказано, любовь и брак — это совершенно разное. Да. То есть тогда в чем цель брака? Ну, то есть по девочкинскому любишь — женись. Да? А вот в чем цель брака с вашей стороны? С нашей? Я не знаю, кто зачем. Иногда вопреки. Совместное ведение домохозяйства. Пирог, борщ. Кажется, что дешевле. Да. На первый взгляд.